Они не понаслышке знают о взрослых проблемах детей. Службе по делам несовершеннолетних исполнилось 75 лет. В связи с юбилейной датой в Люберецком управлении внутренних дел чествовали лучших сотрудников и ветеранов отделов ОДН. Подробности в материале нашего корреспондента. В зале собрались сотрудники отделов по делам несовершеннолетних из разных подразделений Люберецкого УВД – Малаховки, Томилина, Краскова, городов Котельники и Лыткарино. Начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД Люберецкого района Валерий Жуков начал собрание с экскурса в историю создания службы, начиная с 1935 года, когда было принято правительственное решение о ликвидации беспризорности и безнадзорности, которая и сегодня не утеряла своей актуальности. В числе приоритетных задач органов государственной власти является борьба с детской беспризорностью. А ветераны, отдавшие годы труда любимому делу, делились воспоминаниями о том, как работали, скольким детям помогли остаться на свободе и найти свое место в их жизни. Советник губернатора Московской области, полковник милиции в отставке Людмила Тропина, свою трудовую деятельность начинала именно в Люберцах, рядовым сотрудником отдела по делам несовершеннолетних. Это действительно призвание быть инспектором по делам несовершеннолетних. Всегда стояла и продолжаю стоять на позиции, что это служба номер один, самая важная служба. К сожалению, не всегда руководители это понимают, но я надеюсь, что и уверена, что в Люберецком УВД эти традиции будут продолжены. Сотрудников службы с юбилейной даты поздравили представители администраций Люберецкого района и городов Котельники и Лыткарино. Лучших работников отделов и ветеранов службы награждали юбилейными медалями, вручали грамоты и дарили цветы. Ведь подавляющее большинство сотрудников – женщины. Инспектор – первый, с кем приходится иметь дело подростку, приступившему закон. И для тех, кто выбрал эту профессию, важны такие человеческие качества, как гуманность, доброта, неравнодушие к детям. Бывает сложно, попадаются разные дети. Но в ходе беседы находится общий язык с детьми. По мнению инспекторов, работа отделов по делам несовершеннолетних является самой важной в деятельности правоохранительных органов. Зачастую именно сотрудникам детских комнат милиции приходится исправлять ошибки нерадивых родителей и помогать детям встать на правильный жизненный путь. Евгений Масанов, Ирина Пахомова и Алексей Серьезнов. Люберецкое районное телевидение.